И с самого начала я хочу сказать, что этот праздник состоялся благодаря молочному комбинату «Ставропольский», а также самой популярной газете «Вечерний Ставрополь». Именно сейчас под ваши бурные аплодисменты самых лучших в мире зрителей я приглашаю на эту сцену генерального директора молочного комбината «Ставропольский» Сергея Анисимова, а также главного редактора газеты «Вечерний Ставрополь» Михаила Василенко. Добрый вечер! Добрый вечер, «Вечерний Ставрополь»! Молодцы! Как настроение? Разыграем! Мороженого. Два из них обычное мороженое, то есть это мороженое других фирм, и одно из них мороженое производства молочного комбината «Ставропольский». Вам необходимо попробовать мороженое, продегустировать и сказать, какое из них мороженое молочного комбината «Ставропольский». Девочка, мальчик вышел. Наше мороженое, то есть молочного комбината. Если даже пылесос заглох, магнитофон не хочет свои песни петь, и у вас нет мочи это все терпеть, а без них вам уже и дом не мил. Загляните в телемир, телемир, лучшее качество, телемир, все, что захочется, телемир. Загляните в телемир. Если вам должна прийти ерла, а ваш приемник погорел дотла, готов и стол, и свечи, и вино стоит, а приемник, сволочь, до сих пор молчит, а она так любит слушать радиоэфир. Загляните в телемир, телемир, лучшее качество, телемир, все, что захочется, телемир. Загляните в телемир. We'll be right back.
не